вот еще у нас тут. Застряли друг в друге. Да как ты прыгаешь и крутишь меня, зараза. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Пингвинус, Дарк Драгон, Куёка, пацаны, поздоровайтесь. Всем здорово. Всем привет. Я побуду в новом облике. Вы поставили очень много тысяч лайков, чтобы мы записали обзор на Security Breach. Это новейший пак NPC, они очень крутые, поэтому, если опять кушайте, приятного аппетита, у нас обзор на NPC. Первый у нас Боб Скелетон. Так, держите физгана, потому что они нас сразу убивают. Смотрите, что можно сделать. Здесь можно назначить противника, медиком, патрульным. И можно даже вселяться. Смотрите вообще, как все круто сделать. Так, все, бросайте меня. Так, давайте проверим, что он может. Он может фонарик включать. Кстати, фонарик не каждый NPC, да, может включать? Ну, да. Вот, могу убивать. А есть анимация убийства? Да, есть. Но я потом буду выселяться и посмотрим, как NPC себя ведет. Воу, вообще жир. А ну, на правую кнопку мыши, на правую. Не, на правую не может, кстати. Не все NPC это могут делать. Так, что он может? ER... Мэнэ. Ничего не может. Все. Какой-то Так, бегает. Проверим. Бегает довольно-таки, знаете. Ну, прикольно сделано. Анимация вообще офигенно сделана. Так, давайте теперь поставим как NPC. Ну-ка проверим анимацию. Воу. Ему надо отворачиваться. Ребята, он ставьте лайк и подписывайтесь прям на канал, потому что мы записываем ролики каждый день и снимаем что-то очень крутое и интересное, которое залетает в тренды. Ну что, давайте его мочить. Проверим, сколько у него жизни. А, ну... Жизни у него не очень много. Поехали дальше. Ух, трах. Может, неправильно прочитал. Ой, сразу убил меня! Анимация убийства просто крутец. Так, держите, я буду в него вселяться. Вот это мужик мощный. О, уже другим цветом все сделано. Так. Фонарик. Аж, можно от первого лица сделать. Офигеть! Прям руки видно. Так, что он еще может? На контрол ничего не может. Там починяешь же аниматроников вроде бы себе. Так, на правую кнопку нет. Ладно, мочите меня. Ребята, зрители до конца, потому что мы их поставим как NPC и повыживаем от них. Посмотрим, кто самый крутой из них. Диджей Мьюзик. Ой-ой-ой! Какой большой. Тогда он гигантский. Офигенно обновленный пак. Ну просто классно сделано. Так, вселяемся. Что он может? Что он может? Просто ходить. Музычку запускать может крутую на правую кнопку мыши. Спасибо. Убил? Убил. Убил, отлично. Так, у него 2000 жизней. Кстати, классно, что отображается, какие у него есть умения и сколько жизней. Мочите меня. Да, жизни там довольно-таки классно. Мы, ребята, еще обязательно снимем с ними очень крутой ролик. Прям какую-то РПшечку. Смотрите, на запчасти! Офигеть! Это что-то новое, да, пацаны? Да. Офигеть, я еще такого не видел. Ролик точно заслуживает лайкосика. Так, давайте будем сразу очищать карту. Это Гаррисмод очень вредная игра. Так, Эндо. Стоит просто. А, отвернитесь. Он так же работает. А, вы когда отворачиваетесь, я не могу двигаться. Ну, посмотрите теперь. А че они двигаются? Не двигается. А это мы на тебя смотрим. Это мы на тебя. А ну если вернулся. Офигеть, даже вот такая мелочь это сделала. Мы можем, кстати, выживание с ним крутое сделать, да? Смотрите, я даже застываю в бегу, вы когда смотрите. А ну все, отвернитесь, отвернитесь. Офигеть. А ну давай со спины попробую тебя убить. Что будет? А ну отвернись, отвернись. Блин, ну вот я с этих NPC просто балдею. Ну что, мочите меня. Я не могу двигаться, вообще ноль. Ну вот по чуть-чуть совсем могу. Где-то разлетелся. Ладно, пусть валяется. Гламрок. Бонни. Гламрок Бонни. Сразу бежит. Кстати, он какой-то вообще псих. Так, бросай. Это скин на Монти. Так, чё, подожди, чё я могу? Чё это со мной? Чё, танцуешь, что ли? Ого! Да ладно, он прыгает! Кстати, я ничего не нажимал, он сам прыгнул. Это шатается, расшатывается. А ну давайте проверим, что он будет делать. Может, он прыгнет сейчас? Офигеть, это он как бы, знаете, подготовка к прыжку, наверное.
Ну да, смотрите, смотрите. А ну давай прицелись. Стой, куёка, стой. Я допрыгну до тебя. Сейчас давайте проверим, вот так сдалека смогу. Он подышит, а потом прыгает. Нет, не прыгает почему-то. Чё а ты, как-то... мужик, бей его. Ха-ха-ха, не хватит. Как-то странно работает, надо еще выучивать их. Ладно, давайте, мочите меня. Проверим, как они распадаются. Офигеть, тоже умер. Ха, валяются все. Так, поехали, гламрок, чика. Эй, отвали. Держи, держи ее. Ай, схватила, ладно. Я специально поддался. Блин, ну она крутецкая. Так, сейчас я в нее вселюсь, подождите. Потому что только так можно понять. Это она сделала? Походу. Офигеть! А какая кнопка на это делает? А ну подождите, правой кнопкой мыши надо. Так, надо их ставить как NPC, только так мы можем понять все их неумения, да? Да. Так, пробел. Ничего не может. Ладно, мочите меня. Фух, смотрите, даже скин меняется. Так, ладно, давайте я поставлю как NPC. Ого! Что она делает? Чего я так не мог делать? Слушает. Оглушает, да? И жизни тратится. Да, нормально. Ладно, мочите, мочите ее. Спасибо. Есть. Так. Ну, мне кажется, их надо сразу ставить как NPC. Только так мы, наверное, можем увидеть все, что они умеют. Так. Ого! Офигеть! Не, бросай, бросай. Два повыживаем. Я не умею эти все умения включать. А почему? Я не знаю. Убили. Ой, а ну я постреляю в меня. А ну пусть убьет. Офигенные скримеры. Ну просто круто сделано. Сделано. Ого, я кричу. Так, поехали дальше. Гламрок. А вот еще есть. Другая чика, поломанная уже сразу. Ловите ее. Давай, покажи, что она умеет. Ого, голова крутится и глаз шатается. Очуметь, блин, это классный... NPC-пак. Не, не буду вселяться, буду так теперь смотреть на них. Потому что я не могу использовать эти умения. Это только видно NPC умеет. Там нет такой возможности. Будем так обзор делать. Мне кажется, так намного круче. Ой-ой-ой, красиво крякнуло. Ого, их уже сколько валяется. Давайте очистим. Так, гламрок Фредди. А давайте проверим, можно в него сесть? Он добрый. Я сел в него? Я в него залез! Да ладно, на Е нажал и залез. Я теперь от первого лица играю. О, от третьего. Убивать можно, кстати, могу убивать. А ну давай. А ну сейчас, сейчас. А не, не убивает. Не, добрый какой-то. А может поломанный может? А что я сделал? Оглушил. Не знаю. Во правую кнопку мыши оглушивать. Так, думай, это... сломанный может убивать. Ты думаешь? О, я вылез на Е. На Е можно, на Е можно вылазить. Видели, пузо открылось? О, убил сразу. Может, может убивать. Офигеть. И смотри, стой дальше. Давайте его попробуем убить. Опа. Если его красиво. То он будет нападать. Получается, гламрок Фредди? О. А ну поможем в него сесть? Тоже можно садиться в него. Блин, какие же можно теперь крутые ролики записывать. Так, ну что, я сел? Сел в него. Так, аж английская, кстати. Делать вид от первого или третьего лица. Сильно оглушил, да? Да. Да. А ну давайте проверим, это умение набирается у него или нет. Еще можно тут гранаты бросать, куча всего. Не, ну это возможность, она не светится зеленым, но есть такая штука у некоторых, видно, аниматроников. Так, ладно, давайте попробуем выселиться. Прям анимация выселения сделана. Ой-ой-ой, пролетело мимо. Хорошо. Гламрок Фредди. Ребята, в конце мы поставим всех и просто повыживаем. Это будет, конечно, жестко. Давайте проверим, что он может. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, вдвоем с ним крякнули. Значит, в него тоже можно было садиться. Пожалуйста. Little Music. Опа, чилипиздрик маленький. Да ладно, по голове мне крышка видал. Мощный, мощный. Он взорвался. Да, ну еще раз, дай проверю, как он взрывается. Куски. На. Блин, ну это, конечно, класс. Поехали дальше. Монглэмер Гаттер.
Что-то может я неправильно прочитал. Эй, мужик! Да ладно, допрыгнул! Не убивайте его. Давайте проверим, что он еще может делать. С прыжка убивает одного. Он далеко может прыгать? Давайте проверим. Эй, мужик, тихо, тихо, псих. Да ты какой прыгал? Он может бегать? Наверное, только прыгает, да? Не, он бегает. А, бегать может. Он там побежал. Блин, ну с ним можно прям крутые делать записи. По башке стреляю, может взорвется? Офигеть! Ноги отлетели. Было бы классно, если бы он дальше, да, жил без ног? Может, такое дальше и будет. Давайте проверим. Монгомер Гатор. Другой. Да. Вот, тоже самый популярный. А ну, что он будет делать? А он не прыгает, да, вроде бы? Сейчас проверим, прыгает или нет. Прыгает, прыгает. Эй, а давайте я попробую на него Е нажать. Может, я залезу в него как-то? Не-не. Не-не. Блин, ну звук офигенно издает. Мочите его. Так само подрывается, зеленый остается. Хорошо. Зеленый Монгомер Гатор. О, без ног. Такие костяшки, да, классно сделано. А давайте пусть он меня убьет. Ого, меня крутит, как крокодил настоящий. Знаете, что крокодил же кусает и начинает крутиться? Эй, ты дурак, что ли? Испугался. Уничтожили, уничтожили, психи. О, ребята, сейчас будет самое крутое. Смотрите, кого я ставлю. А, Луну. Любимчик. А ну давай пусть он меня убьет. Воу-воу-воу. Пойдет. Четко убивает. Ай. Пора его замочить. Ой. Есть, крякнул. Так, Роксана. Вольф. Воу, ты че так прыгаешь, как дурочка? Это вы сфоткали? Думал, она это слепляет. На Е нажимаю. А что да, с ней? Слепился. Она слепилась. Она слепилась. А я ее фаст-камерой слепил. А есть такая штука у нас? Да, а в оружии. Есть оружие Security Breach у нас? Да. И там есть фонарик, фаст-часы. Можете аниматроники пугают охранника полноценно записывать, когда смотришь, он ходить не может, да, или ослеплять можно. Так что, ребят, давайте, 3000 лайков, и мы сразу записываем с этим паком. Аниматроники пугают охранника, прям будет жесткая РП у нас. А ну, брось еще раз ослепить ее. Да, это оружие возьму. Так, оружие, да, у нас? А ну-ка, вот-вот-вот. Так, ребят, сейчас я ее попробую ослепить. Ого, он ослепит. А, не успел. Ну, короче, понял смысл, классно сделано. Ого, ослепил и убил. Уничтожить. Так, поехали дальше. Роксана Вольф. Другая. Ого, летает. Это Фокси. Психичка. Это Фокси. Сразу на другого прыгнула. Отлично, классно, что он отменяет цвет. Даже не классно, а странно. Роксана Вольф Шетти, как там не написано до конца. Ослепил? А у него глаз нету, да, вроде бы? А не, ослепил. Она слепая. А ну на Е все нажать, может какие-то можно взаимодействия? Нет. А давай, раздупляйся. Мы их даже можем поставить как NPC и просто с ними играть полноценно, да? Я бы с этим здесь. Прикольно, прикольно. Опа. Классно умирает. Очищаем карту на всякий случай. Так, став. Ого, с оружием. Ты дурак, что ли? Ой. Хе-хе, давайте еще раз поставим. А ну на Е если нажать. Ничего не будет. А его нельзя слепить или чем-то убить? Слепить его? О, такой же бластер. Я его слепил бластером. Нет. Да ладно, блин, да ну круто. Я же не знаю, что можно теперь записывать миллион роликов крутых. А что ты ему делаешь? Ему там кишки вырываешь. Ладно, извини, чувак, обстоятельства. Став медбот. Так, что он будет делать? А он просто меня, как бы, это тот, который просто патрулирует. Карточку мне дает, давай. О, спасибо. Все, довольны. Все? А его тогда... только надо убить, да? А, ну да, его только убить, конечно, другого никак. О, став кошмарный. Да нет. Бум. Это самый лучший пока есть NPC пак, который мы делали обзор. Самый крутой. А у него звуки, как у кошмарного Фредди, вроде бы. О, ты его выключил, да? Да, с помощью... Можешь подойди к нему, Дим? И чё? Познакомься поближе. Вот это он стрёмный, ну его нафиг. Я его боюсь. Тогда я. Извини, обстоятельства.
Так, став security bot. О, с фонариком! О, это тоже прикольно. А ну мы сейчас оружие возьмем. Попробуем по нему стрельнуть. На. Тут такой еще есть бластер у нас. Офигенные бластера. Они мощные? Дай по человеку стрелю. Сколько он жизни отнимает? А ну стой. А ну драг-драгом по тебе стрельну в голову. А, ну не сносит вообще меня. А ну другой. Стой, другой. Они не убивают людей, что ли? Нет. А тут оружие есть? А, нет, там маска у нас. А вас сильно оно слепит? Ну давайте, ну смотрите на фонарик. Оно и меня слепит, нифига не видно. Что там за аниматроников говорит? Так, поехали дальше. Став security bot другой уже. Ого, это поломанный, да? Болотный какой-то, из болота вылез. А что у меня фонарик не заряжается, что ли, долго очень? Наверное. О, на расстоянии не бьет. Ой. Все, вынесли, отлично. Так. Тундроп, солнышко. Так. О, что он может? Он не убивает! Это же мирный. Он добрый. Его нельзя, да, так просто загасить? Что, убиваем? Да, наверное, да, он ничего не может. Ой, он стал злым, да, я так понимаю? Да, его он превратился. Только еще раз заспамим его, Дим. Давай, давай, давай. Стой. Так, сейчас зарядимся. Почему? Во! Да я надо. А теперь он должен убивать, да? А ну пусть убьет меня, ну пусть меня убьет, мне интересно, как будет. Какая анимация смерти. Да, классно. Ты, мужик, как все на меня. Так, поехали, да. А вы его еще убили? Нет, не убили, молодцы. Убили. Так, сейчас будет у нас The Bloop. Ой. Ого, кабан. Ты сразу умер, что ли? Ого. Ого, щупальцы. Ой-ой-ой. Мочим, мочим его, проверим, как умирает. А, все, убили его. Убили, да? Еще и назад да. Удаляется. Ну что, ребята, сейчас самая прикольная вообще NPC-шка, это Ванесса. Ха-ха, прикольно, гоня. А ну пусть меня убьет. Хочу проверить, как вообще анимация сделана. Вот это она злая. Это просто жесть. И в глаза прям смотрит так жестко. Да за что ты ее? Извини, обстоятельства. Хорошо, давайте дальше. В ванне. Ого, а чё так? О, вообще круто. Чё со мной? У вас тоже это на глазах такое? Да. А! Все, кто досмотрел ролик до этого момента, мы сейчас будем ставить всех NPC. Сейчас мы отключим искусственный интеллект. Саны, нам всем хана. Ну что, ставим. Как вы думаете, они будут между собой воевать? Да. Будут? Могут. Кстати, их же можно назначить там, чтобы они были за нас. Можно вообще битву взять. 5 аниматроников ваших и 5 моих, и будем битву устраивать. Так что я добавил это в коллекцию, посмотрим. И ролики крутые. Можно вообще... Ребята, можете написать свои идеи, которые можно записать с этим паком. Я все буду рассматривать, и будем стараться записывать самое интересное. Так что пишите в комментариях, что можно записать. Так, а я уже практически всех поставил. Надеюсь, Гарри Смот не вылетит и не скажет мне goodbye. Давайте не будем большого этого ставить, он бесполезен. Да. Хочу, чтобы побегали. Все, уходите, уходите. Готовы? Вообще, да. Поехали. Ой, я представляю, что это будет жопа. Знаете, мне нравится под музыку, как мы будем этих убегать. Они там между собой воюют? Ого, и музычка, и все подряд. И по мне... Ого, допрыгнул! Допрыгнул! Вот это он высоко прыгает. Еще до одного. Нет, не успел. Вообще мощно. Ого, и ходят все. А если я залезу... А, я хотел залезть в это время Фредди. Все, убил. Убил. Так как это? Я нажал и как-то выбрался. Во время убийства можно что-то нажимать, и они не убивают. Ай, зараза. Нет, не помогает, не помогает. Убило все-таки. Крякнул. Ну что, давайте их мочить. Я мочу. Отвали. Ой-ой-ой, ослепила. И со спины подошла. Не устану повторять, что это классный NPC. Сразу двоих, что ли, убил? Да ладно. А, со спины хотела прыгнуть. Есть, крякнула. Помогу, помогу. Есть. Вот еще у нас тут. Застряли в друг друге. Да как ты прыгаешь и крутишь меня? Зараза.
Так, еще кто-то есть? Крякнул. Все, всех убили. Как вы думаете, кто из них самый крутой оказался? Music Man большой. Он самый крутой? Да. А вы, ребята, можете написать в комментариях, какой для вас аниматроник самый крутой. Он на веревке. Да, серьезно. Да как так-то? Я первый раз такую вижу. Офигеть, это что-то новенькое. Ой, бегите. Ай, блин, убил с веревки. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Куёка, Пингвинус, Думгай, Гусанёк, Форум, Арара и Белый Кот. Пацаны, скажите классные слова. Привет. Всем приятного аппетита. Всем привет. Бананы всем привет. Вкусные. Сегодня будем записывать NPC Security Breach и с оружием с этой же игры, которые могут и глушить, и ослеплять. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. И я включаю искусственный интеллект. Ребята, не забываем ставить лайк, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Они дерутся. Они что, между собой дерутся? Вы что, сдурач? Ой, а что он слепит? У нас есть, короче, ребята, оружие, которое их может глушить. Я так понимаю, что вы сейчас всех застоприли, они будут постоянно стоять. Молодцы. У меня хп тратить. Ай, блин! Я его не увидел, О, давайте Ванесса. Ванесса, кстати, ее нельзя ослепить. Что, аниматроника убьет? Ай-яй-яй-яй. Блин, да что за эффект? Блин, задрал этот челик, слепить меня. Ты чё, как под водой, что ли? А где Ванесса? Её убили. Её убил этот чёрный. А, убил её? Я не знал этого. Так, давайте, чтобы было веселее, поставлю много Ванесс. Ой-ой-ой-ой-ой. А их лазером нельзя, да, убивать? Можно. Можно, но ослеплять только. А, ослеплять? Я вижу. О, прикольно. Все, всех ослепили? Нет. Так, короче, я так понял, что с этим оружием вообще нема смысла выживать, что ли? Будем постоянно их слепить? Она ослепляется. Ах, блин, все-таки подошла, убила меня. Сами хорош. Это будет мощно. Ого. Да. Я боюсь. О, вижу, превращаются. Превращаются. А что они не убивают нас? Кстати, жизни очень мало. Проверял? Да ты что, жесть! Все, пошел. Он на веревке. Да, серьезно. Да как так-то? Первый раз такую вижу. Офигеть, это что-то новенькое. Ой, бегите. Ай, блин, убил с веревки. Ой. Ага, он прям по крыше летает. Это наполовину читерский. Это Дима Карл. Шут хотя бы. Так, а что они стоят? Я думал, они будут за нами гоняться жестко. Ну что, ребята, вы готовы к выживанию? Да. Сейчас будет, ребята, очень жестко. Готовьтесь. Будьте внимательны. Ой, они прыгают далеко. Так, зайцы. Первый слился. Ого, он прыгает. О, это прям... Тихо, мужик, успокойся, псих. Ого, они прыгают. Здорово, мы тут. Вообще жестко. Так, давайте сюда пойдем. Еще тварь! Убил, красавчик! Так, я буду здесь стоять. Тихо. Ого, он уже здесь! Эй! Блин, прям в него скинул! Он в воздухе меня схватил, вы видели? Да вы специально это сделали! Я только люблю так делать. Молодец, профессионал. Опа, тихо. Еще чуть-чуть бы и допрыгнул. Успокойтесь. О, я знаю, кого еще надо взять. Я знаю. Мольти. Эрорка. Их, кстати, переделывают. Ребята, так что этот пак обновили? Воем. Что-то за звук. Отлично. Класс. Как он прыгнул на тебя? Он на меня прям прыгнул, да. Так, смотрю. А что они не бегают? А что ты не бегаешь? Он не хрена... Что? У них заканчивается. Ой, я знаю, кого еще надо поставить. Давайте поставим Рокси. И Рорка тоже. Блин, ребята, переделают NPC. Значит, будет все лучше и лучше. Потому что мы вот записывали, не было и Ророк. А теперь появились. Так, давайте еще поставим. Ой, Мольти, стой. Во. Пошло. Будет весело сейчас. Прям на Думгае. Прикольно. Да, я успел, кстати. О, спасибо, что ты меня оттолкнул. Еще чуть-чуть бы он меня поймал. Пожалуйста, Дима.
О, я буду тут стоять. Постоишь. Ты за... Как ты за... Какой ёлка? Ай, блин, вы опять мне скинули. Ну, блин, это же честно, это не честно. Так это же честно, да. За мной гонятся. Дизли крокодайлус прыгает. Безногий. Ну да. Так, гусь сидит. А я его сейчас удалю, я сейчас других поставлю. Давайте будем еще добавлять. Давай. О, тот, который слепит. Во, что было сложнее. Вообще ничего не видно. И еще, знаешь, что-то еще у нас кто-то слепит. А он не такой. О, побежала. Есть, схватила. Гусанек. Кто сколько раз уже умер? Я ни разу. А нет, я один раз. Вот это они жестко сливают, схватили. У Йока есть контакт. Ты что стоишь там? Обиделся, что ли? Тихо, убегайте. Отлично, они меня не поймают. Ой-ой-ой. Тихо, 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 успокойся. Блин, в темноте такие глаза у него, блин, розово яркие вообще. Побежали, побежали, побежали. Стоит, а что ты стоишь, мужик? Он надо... Да блин, вы задрали меня толкать! Зачем вы меня толкаете к ним? Я же надрался умирать. Вот такой елка. Привет, Дим, как твои дела? Это все хорошо, все нормально. Так, давайте еще кого-то поставим. Давайте поставим. О! Нет, да, елка. С лазера стреляют. Вообще жир. Вот это вахханалия сейчас будет. А зачем она стреляет? А так она по ним стреляет или по нам? Нет, по нам. Не, по ним. По ним стреляет? Да, по нам. Нет, ну случайно вам так кажется, оно по нам стреляет. А жизни тратится? Видишь, фиолетовый экран. Да. Подойди, проверь поближе. Так, сейчас мы этого челика удалим. А! Да вы задрали толкать! Да ну зачем? Хуёга, молодец. Там ты что? А я не помню, кто тогда ослеплял? Помните, ослеплял так жестко? Вот это вот, спрингтрап, он стоит. Так, сейчас. Нет, еще помню, кто-то... Может, Рокси обычно ослепляла нас? Или Чика, уже не помню. Нет, заящая Рокси такая. Когда она в облике своем. Сейчас. Давайте поставим. Ага, доделывают. Во, есть. Вообще жестко, очень жестко. Да что творится? А, я прям выхожу, они меня убивают. Так и надо. Да ты что? Так, давайте, кто там проиграл, выходите. В смысле выходите? А я тут спамлюсь в какой-то комнатке. А ну давай, Куёка, выходи. Не-не-не, давай ты. Так, смотрим, давай, белый кот, выходи. Окей. Гугл. Хорош, Куёка. Я выжил. Ай, да блин, ты смотри, ждала меня. Жестко. Да что они делают? О, ушли. Так. Я их отодвинул. Понял. Ну ничего, прикольно. Не надо отодвинуть. По 10 хп стреляют. Отнимают. О, сейчас умру. Нормально так. Ой-ой-ой. Так, поднимаемся. Дима, давай починю тебя. Давай, а я Да отвали ты, я боюсь тебя уже. Ай-яй-яй. Убил. Убил. Прикольно, не гася. Так, кто у нас еще есть? Мы вот именно. Так. Что? Блин, плохо, что Чика и Рорка. Раньше не было. Вот кто слепит, я нашел. Главврот Чика ослепляет. А, она? Да. А как она ослепляет? А увидишь. А я боюсь. Ой-ой-ой. Ты что вы устроили здесь в канале жесткую? Дима, бегим. Бегим. Дима, стой, иди сюда. А я боюсь. Да, ты мне хочешь опять скинуть? Не будешь? Хорошо, не надо. Я буду как раз таки. А! Да кто это? Это он, да. Нет, это не форум. Вот, стоять. Вот, да, это он. Стреляйте по нему, сейчас его убьют. А! Есть. Форум, ты чего, предатель? Нет. А я не хочу умирать. Ха-ха, ты жестко гасят. Ой, давайте, знаете, что сделаю? Сейчас поставлю все вот этих чик, которые ослепляют. Вы готовы? Давай. Ой-ой-ой-ой, ребята, сейчас будет что-то жестко. Поэтому обязательно поддержите ролик лайков. Ух ты! Ха-ха-ха, я ничего не вижу. Ой! Убили на расстоянии? Правильно. Да, они же ослепляют. Ой-ой-ой. А что ты за... Прям жестко. 10 хп отнимает. 70. Ай. Вообще сильно. Они на расстоянии. А что они не бегают?
Не сталкивайте, пожалуйста. Окей. Пингвинус не ломай. А мы как пробежать? А это вообще возможно пробежать? Нет. Ёка, потаскивай. Дим, давай я помогу. Ну давай. А я просто поскольку. Да что такое? Значит, Ири. Ой-ой-ой. Да смотрю, прибежали. Я выжил. Вот это толпа. Давайте проверим, как посуду убирают. При входе в пиццерии. Я выжил. Толпа просто. Ай, нет. Я умру сейчас, она ослепляет. А меня ослепляют очень сильно. Да, Дима, давай-ка не будем делать глазком бобо. Все. Хорошо, давайте других. Это я просто проверял, как они мочат. Мочат хорошо. Мочат очень хорошо. Отлично прям мочат. Хорошо, сейчас мы поставим других. Это должен уже... Во, давайте поставим вот этих. Сейчас вам понравится. Понятно. Ой, я испугался, Дима. По всей карте, ребята, ставлю. Я повернулся, а там крокодил летит. Вот это жесть. Все. Ой, тихо, успокойтесь, крокодайлусы. Интересно, убьет меня тут? Бежим, ой, люди. Меня жопа. Беги. Нет, не видят. Ой-ой-ой, тихо. Как выйти теперь? О, сюда. Тихо. Я боюсь крокодилов. А! Косожоп! Да блин, схватил! Он крокодил, крокожу, и будет крокодить. Они дерево выбивают? Я могу дверь? Давайте дверь удалим, посмотрим, что будет. О! Ничего не произошло, просто дверь удалилась, там стена. Это прикольно. Тихо, успокойтесь, мужики. А если я тут буду стоять? Они вообще бегать могут? Они могут. Ого, прыгает! А двери могут ломать? Давай проверим, так, закрываем двери. Да, они вроде могут. Тихо. Думаешь? Аккуратно. О, дверь отломал. Ха-ха, по башке дверь не дало. На тебе. Опа. О, я уже здесь. Тихо, успокойся, Монти Шмонтович. Закрываем дверь. Стреляй по двери, ломай. Не ломай, нет. Не надо, другая. Мы сам Димасика убью. Ломаются. А! Дима, я с тебе сломал специально. Да. Спасибо. Мой спасибо, уже работал. Поздно, я умер. Да. Извини, пожалуйста, он меня удерживает. Ой-ой-ой, их сколько здесь. А, вот тебе карма. Ух ты, вдвоем хотели на меня прыгнуть. Слушай, Дим, привет. Привет. Да. Есть контакт. Есть контакт. Да, Дим, есть контакт. Я знаете, что хочу потом какую рубрику снять? Если этот ролик наберет 3000 лайков, мы снимем, какой аниматроник настоящий. А? Давай. Можно же в них вселиться будет? Тихо. Так, бежи. На бочку тебя жить. За тебя меня убили. Я не виноват, ты сам виноват. А почему я виноват? Он на тебя загрелся. Ну что, пацаны, давайте все-таки их помочим. Открываем огонь. У них мало жизни. Ай, сзади! Ай, зараза! Ого, разлетелся! Вот это вы психи! Ну чё, огонь открыт! Ой, прикольно, да, разлетаются? Остаются только половинки от них. Алло, шаром. Алло, ой, взорвался. Такие искры от них идут, прям жесткие вообще. Приятно. Взорвался. Так, по мне не стреляйте, пацаны. У вас какое-то мощное оружие. Че, вы всех убили, психи? Нет, там еще один есть в магазине. А! Слышь, кто это мне скинул? О, вижу, они там под ступеньками стоят. Гаси. Дима, а как ты думаешь, кто тебя скинул? Ты! Да не, ты что? Так, чё ты не... О, арбалетом жестко их мочить можно. Так, я не попадаю. А! Вы задрали меня скидывать, заразы. Ой, красиво. А вот и Куёко. Повезло, что не попал. Где дядя Куёко? Чё, всех убили? Да. Так, ребятушки, мы сейчас сделаем очень классный тест. Мы сейчас поставим этих аниматроников и взорвем небольшую бомбу. Ну, не ядерную, просто такую бомбочку, довольно-таки немощную. Мне уже Дима не нравится. Нет, тебе понравится. Из Грэдвича? Да. Ну, маленькая бомба будет. Ой, так, подожди.
А что они у меня и рорки наполовину? Очень странно. Так, сейчас я бомбу поставлю здесь, ребята. Все-таки мне интересно, взорвет их бомба или нет. Это для следующих роликов проверяем. Вот эта бомба. Все, отходите и взрываем ее. Давай, Дим, взорву. Отходи. Сейчас. Все, взрывай. Бу. Ага. Что, не целое? Не отнялись. Нет, целое. Вообще не отняли. Да. Вообще жизни не отнялись? Да. Так, хорошо, тест не прошел. Давайте другую бомбу. Все-таки я хочу проверить, какая бомба их уничтожит. А ну, давай вот эту. Давай. Отходите. Нормально. Целые, да что? Угу. Они начали только ходить, да, почему-то? Да. Мне кажется, они запереживали очень сильно, что мы с ними делаем. Давай вот эту бомбу. Сомкнулись. Газ, пошел. Убегайте, взрыв будет довольно-таки немаленький. Убегайте, вагон. Отнялись. Отнялись? Ой, мощно, жопа горит. Сейчас один сдохнет. И вот почему? Так, отходите. Ой, ребята, сейчас будет еще больше взрыв. Кстати, там уже подыхает. Все, они умерли. Все? Умерли. Да. Ой. Значит, их можно бомбами, которые выпускают газ, убивать. Сейчас будет тест, как они выдержат ядерный взрыв. О, самое лучшее. Да. Да что вы деретесь, мужики, прекратите. Да что вы, дураки, что ли? Боже, вы что, гонимые? О, давайте тогда одинаковых поставим, брат, у них же жизни одинаковые у всех. Да? Ну да. Так, давайте. А то они дерутся постоянно. Можно вообще сделать битву, арену построить и битву аниматроников запилить. Дима, там еще одного, как Ванесса, вселился дух. Вон летает. Да нормально. Мужик. Господи, хватит. А что с... Дураки, что ли? Это призрак? Ха-ха-ха, аниматроник-призрак. Так, подожди, не летай. Ну ладно, пусть летает. Так, ставим бомбу. Атмосфера добавлю. Вот. Может нормально? Ну, вообще нормально. Так это сильное. Ну это ж ядерное. Все. Живые! Живые! Ты что? А чё? У них мало жизни отнялось, они всё-таки отнялись. Ясно. А чё они читеры? Ну, читеры банны. Блин, вот тоже нам точно так же Ой, сейчас будет 6 взрывов, но мы проверим, выдержат они или нет. Ой, что творится? Я ничего не вижу. Мы умираем сразу. Они умерли, Дима. Они умерли? Да, умерли. Ну что, ребята, ядерный взрыв их убивает. Это хорошая новость. Нет, не думай. Прощайте. 3, 2. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Секрет, Чебузаврик, Пингвинус, Гусанек, Пика, Ампер, Зебра, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Люблю пельмени. Всем привет. Всем нравится рубрика, когда пацаны защищают заложника или бомб. Если Петя кушать, приятного аппетита, а у нас защита заложника. Ну что, сегодня я буду играть за маленького аниматроника Плюштрапа. А пацаны могут использовать любое оружие. Так, проходим вовнутрь дома. Постараемся сейчас красиво все сделать. Это же аниматроник. Первый пошел. Ха-ха, ты испугался? Да, конечно. Есть, сожрал. Ого, они меня пулями вытягивают. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Ну что, я вышел на охоту, готовьтесь. Сегодня Плюштрап никого не жалеет. Буду мочить каждого. Ага, ну ладно. Ладно, я пошутил. Если сейчас у меня не будет получаться, буду брать другого аниматроника. Потому что я думал, что за Плюштрапа будет легче. Они вообще какие-то психи. Где он? А где? Тихо, застрею. Я же вспомнил, я могу телепортироваться. Ну что? Дима, такого не надо. Ладно, надо. А, да что, так жизни тратится быстро, 700 жизней же. Он так. Все, пусть там сидит. Ах ты, зараза такой, откройте. Да.
А, ну хорошо, хорошо, пацаны. Это прям сильно вы сегодня мочите. Вы дробовики взяли, они реально очень мощные. Ой, я застрял. Миниганы тоже очень мощные. Я его хотел. Ого, они откидывают тут все. Давай с тобой сидеть вот здесь и ждать. Он телепортируется. Я телепортируюсь. А, увидел. Зараза, отстань от меня, говно. Я на улице! Сейчас. Он нас обманул, на кухне сидит. Огонь. Нет, на нет, на кухне. Да блин, вы задрали! Вы что-то хорошо играете! Вы чего, мужики? Прекращайте так стрелять! Блин, понабирай на свою голову опытных стрелков, теперь буду страдать. Но я ничего, я должен убить дипера. Ой, что-то я вообще под карту провалился. Да дай убить тебя! Посмотрите, я даже не могу прицелиться. Представляете, как пацаны хорошо играют? Ай. Он так, там так, находится так. Где-то. Я ему мало хп снес. Выстрел в голову. Четкий выстрел в голову. Это было эпично. Ну ничего, ребята, я не сдамся. Это тот случай, когда я точно должен победить. Ну 100%. Да что я не могу вас убивать? Я же целюсь. Расстреливайте. Надо, наверное, не на белый прицеп, а на желтый прицеп. Прицел. Подождите, что делать? Вы чего? Вы прекращайте так стрелять хорошо. Блин, они меня просто растирают в порошок. О, вот это они меня выкидывают с дома. У меня нет никакого шанса. Есть сюда шанс. Есть. Так, ну что? Слышите, я уже на крыше. Я бью стекла уже. Ну и что, я вижу заложника, пацаны. А, зараза! Молодец, молодец. Молодец. Так, значит, я на расстоянии могу убивать. Хорошо, пацаны, я теперь буду охотиться с вами на расстоянии. Да что я не могу? Не могу убивать на расстоянии, только в притирку могу. Так, тебе надо первого замочить. Да вы смотрите, как мне играть, если я не могу даже проникнуть в дом? Уйди, нужно его сюда. Я в шоке, вот это они меня гатят. А ну прекращай! Мы гадим? Ага. Гадите. Он на улице. Типа, мы хоть сегодня увидим, как ты оказываешься в комнате. Конечно, я сейчас буду брать другого аниматроника, более жестче. Потому что я понимаю, что шанса у меня вообще никакого нету проникнуть. А если мы все миниганы возьмем, как ты будешь? Вы просто не шарите, это Дима. Есть. Так, отлично, первый ушел. Так. Кто это там закрывает хлопок? Я не могу невидимым установить. Да блин, смотрите, я даже не могу попасть никак по нему. Он просто, да ты смотри, патронщик. Так, ну что, ребята, идет батя плюс трапок. Я не знаю, кто у него батя, но пусть будет. А, тоже жизни мало. Но я большого размера, я могу по ступенькам хорошо перемещаться. Побежали. А, вот так, знаешь, хорошо. Ну, блин, ребята, я сегодня не смогу пройти, что ли? Так, а ты что тут сидишь? Отлично, нельзя сидеть. Я невидимый, я наверх, Есть, отлично, ребята, я наверху. Ай-яй-яй-яй-яй. Во, у меня уже 8500 жизни. Знаете что? Это уже означает, что мне будет легче. Так, ты пехаться могу? Могу. Ребята, я могу вставать невидимым. Вот это что вы... Как это? Надо. Вас 7 человек против меня, вы можете убить меня. Давайте. Увидел, видите? Увидел меня все-таки. Надо его как-то убить. Отлично. Он к вам идет. Я иду к вам, пацаны. Я иду к вам. Аккуратно. Давайте. Стреляй, а мы его сейчас убьем. Вы сами себя мочите. Молодцы. Ого, простреливается дверь. Вообще неплохо так. Да. Отлично. Я должен убить. Вы у меня же, кстати, вынесли очень много жизни. Ребята, это я иду. Он в углу находится.
Так, дверь удалять я не могу. Ну. Хорошо, есть! Есть, я проникнул! А вот и диппер. Может, я и стал невидимка, но я дошел до диппера, и я его убью. Последние ваши слова. Пельмени. Есть. Обязательно условие второго раунда. Пацаны должны защитить бомбу, но я не должен ставать невидимым. Согласны? Да. Да. Раунд 2 начинается. Я опять взял плюш трапа и надеюсь, что в этот раз у меня получится. И он не становится невидимым, поэтому у пацанов есть всегда шанс победить. Так, аккуратненько. Идем очень аккуратно, потому что пацаны очень хорошо стреляют. Но у меня получится. Ну что, я пошел на пролом. Нет. Да-да-да-да-да. Нет. На пролом. Убили его мгновенно. Вот это вы психи, вы прям хорошо играете, очень хорошо. О, я взял свою любимую крячку, 8500 жизней. Обежали. Сейчас будет намного пацанам тяжелее, но так как у них очень мощное оружие, они мне легко вынесут. Вижу жертву, жертву первую вижу. А чё я тебя убить не могу? Могу. Давай. Отлично. Так. Зачем вы меня убили? Прорываемся наверх. Все, я по ступенькам вверх иду. Нет, Дима. Да. Да блин, я застрею. Есть. Стреляйте по нему. Есть, поднимаемся. Вот и еще одна линия обороны. Отлично. Я внутри. Есть. Нет. Ну что, думаешь? Вот и бомба. Ребята, последние ваши слова. Вы проиграли. Нет, ты не думаешь. Стой. Прощайте. 3, 2. Ребята, 8500 жизней. Вы уже не смогли меня видеть и убить. Хотя попытка была хорошая. Ребята, сейчас пацаны должны защитить бомбу. Но бомба будет вот такая вот. Это прям очень мощная бомба. Вы готовы? О, привет. Да блин, я отлично. А что вы хотели? Только вы мне будете мочить? Я тоже буду вас мочить. Вы все наверху, да, я так понимаю? Отлично, он молодец. Я иду, убийца идет. Смотрите, как они простреливаются. Я понимаю, что этот дом простреливается. Ну, как ты? Так. Я захожу. У меня жизни много, есть всегда шанс пробиться в наглую. Эй, двери не открываются, они открываются. Ну что, пацаны, я здесь. Отлично. Бейте его, бейте. Все-таки, знаете, это вам не чужой. Аниматроник очень мощный. Ну все, у тебя читы, все понятно. Какие читы? Я вас выиграл, ну что? Третий раунд тоже за мной. Без единого проигрыша, обратите внимание. Прощайте. Ну что, пацаны, у вас есть шанс отыграться. Хотите четвертый раунд? Да. Хорошо. Да. Тогда сейчас такая фишка будет, чтобы мне было тяжелее. Возьмите бомбу и запрячьте сами ее в доме. Я должен буду ее найти и уничтожить. А давайте тихо будем сидеть, не нападать. Просто будем сидеть. Саня, вы думаете, что я ее не найду, да? Такую пушку бери. Тебе не надо, ты с миниганом. Короче, она ХП сносит на время. И ты можешь... спрятали? Его убить быстрее. Вы бомбу запрятали, чтобы я зря не искал? Да. А какого размера бомба? Хоть какая она выглядит, чтобы я хотя бы понимал, что искать? Ну, не знаю, такая как баночка. Маленькая баночка или большая? Большая баночка. Он идет. Возможно. В смысле? Так если это маленькая, я не найду просто, ну чего? Раз вы тут, значит и бомба здесь. Нет. Да, я понял, что она здесь. Ну что, ребята, я иду к бомбе. Вы что думали, я ее не найду? Я ее найду. Вот тут она. 100% в этой комнате. Нет, пацаны, я вам не дам. Вы должны в этот раз проиграть. Вот это. Мужики, пожалуйста, он в этой комнате, где он сидел. Ой. Ой. А правильно, кстати, не заключалось кое-что. Так-так. Извини. Дурак, что? Так, бомбы здесь нету, я уже это понял. Я зря сюда пришел.
дурак, что ли? А, пригвождатели решили брать. Тогда я буду брать невидимку, раз вы пригвождатель берете. Я пригвождатель берите. Пригвождатель. Да, давайте берите и просто конец. Отлично. Ну раз пацаны решили нарушить правила, я буду за невидимку играть. Правил не было таких. А я поймал его. Нет, ты не успел, кстати. Он идет. Он медленным шагом, у него он на контур. Я вижу вас! По тени вижу, чувак стоит с пригвождателем. Осторожно! Пригвоздил, зараза! Поймал его. А, я не могу, да, попасть? Хорошо. А вот так вот. Ой, я телепортировался. А что я телепортировался? Что значит раз? О, смотрите, жертва. Пошел отсюда. Я полз вообще-то. Так, еще один. Отлично. Да что со мной? Они меня пригвоздили, я как-то странно веду себя на этой карте. А где ты? Я? Стойте. Караганде. Так, я уже знаю комнату, где они запрятали, поэтому мы идем туда. А, блин, успел пригвоздить, зараза! Я когда на корточках могу ходить! Есть аниматроники, которые могут ходить пригвождю. А нет, в этот раз не могу. Ой, может, мы не будем напоминать, что Плюштрап ходит. Отлично. Так, а где же бомба? А где же? Да вы что насыпали гвоздей? Я уже ежик, блин. Я же тпхаться могу. Что со мной? Это просто жесть. Видите, что они сделали? Убили. Все. Замочили меня. Так, а я пока я мертвый, я посмотрю, где бомба. Так, где же бомба? Дима, тебе показалось. Да как же на мне гвозди? Это просто жесть. Так, ну что, сейчас беру этот аниматроник-босс. 10 тысяч жизней. Все берем кубы, ждать. Все пригвождатели. Да невидимку играть я не могу. Все, я видимый. Теперь я видимый. Гвоздь, Олег, подсади, пожалуйста. Да. Кто-то еще. Как пацаны засуетились, они хотят проигрывать. Отлично. Ой, пацаны! Он тут-то! Так. Отлично. Откуда? Оттуда. Ну что, вот тут эта бомба, я не знаю, где она. Ищи. Метод не найдешь. Дима, нечестно. Как это нечестно? Нечестно, когда вы семеро меня гатите. Нет, а где бомба? А где бомба? Бомбы-то нет. А мы ее запрятали. Дима, тебе показалось, это мы один просто по клону, понимаешь? А, все, пригвоздил. Все, вот так издалека стреляем. Зараза. Давайте так, если сейчас через 2 минуты не смогу взорвать бомбу, то значит вы победили. Чё? Только я не знаю, где она, подскажите хотя бы. Нет. Ну что, Дим, ты готов? Ну смотрите, пригвоздили и все, ничего не могу сделать. Я в шоке, они издеваются над этим сегодня. Молодец! Молодец! Это подкупил я одного человека. А, ну все, убил. Все! Хорош! Я в шоке! Ну что, теперь идет аниматроник-босс. Вот, 1 000 000 жизни. Ну что, вы готовы? Ай-яй-яй, Дима! Да, я должен все взорвать. Но я, наверное, не найду бомбу. Я просто не знаю, где она, просто поэтому я, наверное, не найду. Вы же не хотите подсказку давать? А я видел со спины, когда-то невидим, он становился. А я... Конечно, вы же пригвождатель берете, я ж не нашего будете пригвождатель брать. Рубинус, ты что это говоришь? Что? А, я понял, что он взял. Он на втором этаже. Я понял, что он взял. Где бомба, мужики? Дайте подсказку хоть. В подвале она. Пацаны, я нашел бомбу, вот она. Ну, взрывайся, бомба! Бомба, взрывайся! Эй! Есть! В смысле, она взорвалась? Еще раз взорвалась?
Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.